Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как справиться с ночным обжорством? Я практически не контролирую себя ночью. Если нет возможности добраться до еды, я поставлю замок на холодильник. Я могу начать есть ложкой кофе, сухую кашу, что угодно. И я понимаю, что я ем, но смутно. Смотрите. В первую очередь, обжорство. Это про страх. То есть вы снимаете таким образом страх. Вопрос только в том, что это за стресс. Вопрос только в том, от чего этот стресс. Вопрос только в том, что в вашей жизни происходит сейчас такого, что вызывает этот самый стресс. Вы ничего не говорите о времени, когда это началось, вот, на мой взгляд, это было бы важно, достаточно, вот, ну, чтобы помочь вам, вот, но, тем не менее, сейчас, на мой взгляд, вот необходимо это увидеть. Вот, сейчас необходимо это поисследовать, как мне кажется. Вот. Следующий момент – это потребность в любви. Вот. Считается, что переедание – это история про потребность в любви, вот, потому что это оральное поведение и, соответственно, есть что-то, что вы в себе не принимаете. Вот. С этим также нужно разобраться и посмотреть. Что конкретно вы себе не принимаете, что конкретно вы не можете в себе принять, и дальше уже исследовать этот, как мне кажется, важный процесс. То есть справляться ни с чем не нужно, именно справляться, а вот разобраться с вашим психологическим состоянием очень даже необходимо, чтобы понять, что с вами происходит, что вас волнует и так далее. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Желаю вам всего самого доброго, удачи и буду благодарен за обратную связь.
по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой.